Здравствуйте, вот сам телефон. Состояние хорошее, отличное. На экране защитное стекло. По корпусу есть, да, небольшие потертости, но это от чехла, от времени. Сами понимаете, телефон не новый. Здесь есть такая вот царапка. То есть, ну там, она не прощупывается никак. Чехол, если поставить, соответственно, не видно будет. Так, телефон включили. Вот. Все. Тумблер переключается. Так, далее звук прибавляется, убавляются кнопки. Кнопка блокировки, все работает. Симку увидел, уже вставили. Телефон полностью сброшен. Основное об этом устройстве iPhone 6 Plus. Видим Ростест. 128 гигабайт. Так, аккумулятор у нас 86%. Тач. Ой, ничего не нажали. Так, нажимаем дальше. Все, завершено. Предлагает нам пароль, не будем ставить. Печаток работает. Сеть видит. Wi-Fi подключен. iCloud нет. Соответственно, он идет без комплекта. Зарядник вставляем. Все, видим, зарядка пошла. Так, сейчас звук включим. Ну да, здесь также. То есть там, например, звуки. Все, все идет, работает отлично по камере. Передняя. Вот, все нормально работает. Фронтально по видео. Взяли, постучали. Все, да, снимает, все отлично. Так, сейчас сразу удалим. Телефон полностью сброшен. Зарядка, видите, идет, был 30, уже 31 стал.